Чем рискует правящая ПДС, ломая через колено судебно-правовую систему? Почему в этом театре правового абсурда главная сцена под названием «Борьба с коррупцией» самая дорогостоящая? И как скоро с ПДС, как когда-то с правительства либерал-демократов, спросят за очередную историю успеха? Смотрите сегодня в авторском проекте Ольги Дзятковской «21.40» на телеканале «Первый в Молдове» и на онлайн-платформах. Это другое.